За ходом заседания вдова банкира Дмитрия Пузикова наблюдает из-за решетки изолятора по видеосвязи. Суд Красноярского района посчитал ее виновной в отравлении мужа талием, которое она якобы подсыпала в еду. Екатерина Пузикова это отрицает. Сегодня приговор обжалуют в областном суде. Главный аргумент защиты – отравление банкира смертельной дозой вещества произошло не дома. Объяснить повышение показателей талия до 12 200 можно только поступлением дополнительной дозы талия. В это время он находился в больнице. Моя подзащитная супругу в больнице не навещала. Возможно, она приходила один раз, но там есть показания всех свидетелей, что она как раз и на это обращает внимание, что вот, мол, какая она плохая, что она не посещала в больнице своего супруга. Сторона защиты отмечает, в момент смерти концентрация талия в крови у жертвы была в 1000 раз выше, чем при поступлении в больницу. Если это так, то значит, кто-то уже в палате дал Дмитрию Пузикову смертельную дозу. Адвокат ссылается на заключение специалистов в области химии и просит рассмотреть их в ходе дела. Сторона потерпевших против приобщения новых материалов. Все те обстоятельства, на которые они ссылаются, были предметом исследования судом первой инстанции. По всем этим вопросам были допрошены специалисты, эксперты, которые ответили на все вопросы. Преследуется одна цель – уйти от установленной законом ответственности. Однако новые выводы стороны защиты к материалам следствия приобщили. Теперь суду необходимо время, чтобы подробно с ними ознакомиться. Следующее заседание назначено на 9 ноября.